Тут на вилле самый жирный лут должен быть, по сути. Тут босс еще может быть. У нас вроде самый хороший спаун. Поэтому пойдем полутаемся, пока у нас есть такой шанс. Ты по наушникам понял, а что там, чем дороже, тем лучше? Да, да. Справа кто-то есть. Боты должны быть в основном только и все. По-моему, охранник босса. Чувак, чувак у нас уже есть. Блин. Кто успел? Жива? Да, да, да. Убил чувак одного. Кровь идет, перевязывайся. Не пикает? Нет. Идет, ходит, ходит там. Нас смотрит? Нет, не смотрит, находил. Попала. Орал как ботик. Может бот. А, ну тут гении Таркова. Голые дробовики. Если второго оружия нет, возьми с него дробовик. А, так этот умер тоже. Почти двоих убил. И там третий где-то остался, спрятался. А, стоит, стоит. Тут на первом этаже у нас. Это бот был, убил кого-то. Это бот, походу, был. Ну, чувак вроде должен быть еще, да? Тоже дробовик. Хер его знает. Когда на таможню новичков убивать? Ну или по крайней мере это есть, это босс, то может быть боссов именно есть. Я сам новичок. Неизвестный, спасибо за бешеную птицу. У нас впереди кто-то есть. Где? Да, угу. Вот там вот, где мы были. Понял. Ну это Тима сюда уже может еще одна подойти. Поэтому особо не наглей. Три человека в тиме может быть. Я направо чуть отбежал. Да, сидит там за тем домом. Вроде должен был убить. Не убил, что ли? Не орал? Прямо так, типа, орал, истошно. Орал. Значит, сдох. Так, значит, прям у меня есть инфа. С другой стороны зашли. С какой, с какой? Да, это бот. Вот, я их убил. Чекаю типа, которого убил. Эльдар, я подумаю. Неплохо, неплохо. Тихо. Молодец. 320.
Что-то слышал, 320. Где? А, это еще один. Это с другой стороны. Это еще один. Один у нас вот где-то вот тут вот. Где-то за дверью у меня. За дверью у тебя? Плохо. Ну, не за дверью, но может быть на первом этаже, но он прям кашляет, ему прям плохо. А, я слышу, да. За дверью это закрытая дверь. А тут да, спуск да, на первый этаж. Ну, значит, он на первом этаже вот тут вот где-то. Сейчас напугаем. Пошли за мной. Убил. Еще один есть. Я на второй вернусь. Да, 345 еще один бегает. На втором, кажется, уже. Блин, да? Да. Дверь открыл. Такая, такая переходочка к тебе. Переходит. Убил. Ага, все вижу. Челоботы уже подошли. Давай быстренько всякие чемоданы пролутываем и валить надо. Что за выстрел? Я не слышал. Что за выстрел был? Чат, тут есть еще открытые сейфы без ключей, которые? А так тут чевак был на переходке, который к тебе перебегал. Я думал, это бот. Сегодня воскресенье? Угу, воскресенье. Нет. Понедельник, да? Среда сегодня, Аня. Че, среда? Конечно. Да? Понедельник сегодня, че ты не врёшь? Да у вас там понедельник, у нас среда. Бегай, 165. Спрыгнул к нам с камней. Двое. Минус один. Продамажил его. Блин, по мне стреляет. По мне стреляет. Да по мне он убил. Стрелял, мне ногу убил. Все, двое было. Нокнутый дотек. Блин, патрошки, конечно, улетают с МП-5. Прям бодренько. Пока был голос пистолета. Вряд ли. Ой, там это мощная снайпа, походу. Блин, мы тут не пройдем тогда. Так пошли налево, слева выйдем. Я понимаю. Вот там, где он стрелял. Да, 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 да. Это же та снайпа, чат, 338, которая. Я звуки пока что не понимаю. Короче, тут снайпа есть, которая ваншотает тебя в любую. Ну, этот броник там. И она громкая, пипец. Давай тут посидим чуть-чуть, минутку. Если он через нас пойдет, убьем его просто под крысью. Ему, по сути, через нас идти. Тихо, идет. Не ширкайся, не шевелись.
не попала ты по нему. Попала по нему очень хорошо. Только я потеряла вот что-то. Левее уходит. Гранатки где-то. Взорвал, что ли? Нет, 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 живой. Живой за камнем. Убил? Ага, по нему попало. А это М24 всего лишь стреляла. И я-то думал, снайпа. Такое. А ты что за мертвое тело лежит? Не знаю, может он кого-то убил. Нет, ты убил. А, я все-таки, я значит, гранатой. Я, значит, гранатой сорвал, типа. Я же грену кинул, а кто-то заорал. Возьми вот с этого моего каску 4-го левела. Эх, АЕшка хорошая засла. О, Мосинка с хорошим прицелом. Пойдет. Да ты там бегаешь внизу? Это не ты. Нет, я не бегаю. Челобот перед нами пробегает. Снизу под нами 145. Дальше бежит в сторону антенны как раз таки. Сейчас будет подниматься, на антенну убьем его. Поднимается по дорожке на антенну. Вижу. Убил. Лев нашел. Нормально, просто в сейфе. Я покупаю ключи, а он лев нашел. Охренеть. Полетели они отсюда. Минута еще будет закладываться. Разгрузка хорошая, кстати, у него. По мне... Меня убили, меня нокнули, меня нокнули. А где ты? Я дальше по комнате. Я понял, понял, тихо, тихо. Он там в низинке. Он сразу сдох? Да, сразу сдох. С чего это он тебя так? Не сразу. Открой дверцу. Чего это у него такое заган? А, дробовик, ну понятно. Или ты не лутала тут ничего? Я наверху не луталась. Я про него вообще... Блин! Ты бесишь! Ну блин, ты бесишь! Ты же сказала, ты нашла там что-то хорошее и хочешь выйти. Я не сказала, что я ничего нашла хорошее. Сказала, что я хоть что-то нашла. Контролишь, я подготовлю грену, может забайтиться. Это бот. Блять, не залетело. Да блин, ты нормально? Шайтан, я не вижу, нихера, я дверь закрыла, по-моему, не уверена. Да, да, закрыл. Это бот был. Ну подожди, я не вижу ничего. Сейчас будем мани флешки кидать, чтобы она сейф не лутала. Еще. Еще на 400 тысяч, а не вазу. Че нам так сыпет? Давай следующий быстренько сейфа. Пока не подошли жулики всякие. Блин, флеха не залетела, зараза. Не умею кидать их пока что. Че там? Ваза 400 тысяч. Нормально. Прям так называется Вейс, да? Да, красная. У меня такая же с собой под сумки. А, я не посмотрела, но там 450. Нормально. Не, ну лучше, блин, чем у меня было, хотя бы плюс вообще нормально вышел.
И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.